Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Bloodborne, не знаю, будет ли это последняя часть или нет, но сейчас посмотрим, тут, походу, дело осталось совсем чуть-чуть, потому что это, судя по всему, последняя локация в игре. Я так думаю. И, скорее всего, вот именно в этой локации будут два босса, и хрен его, не знаю. В общем, посмотрим, что гадать, погнали. Эти ребята, конечно, жирные, хочу отметить. Очень жирная. Ребята, привет, привет. Прощай. Что-то они на меня не нападают, смотрите. Они не враждебные, что ли? Да вроде враждебные, фиг его знает. Не, они нападают на меня. Может быть, их не нужно убивать? Не? Может, это я косячу, потом мне это аукнется? Ну, не знаю, ребята. Сейчас посмотрим. Голубой эликсир. Я так и не понял, нафиг он нужен, потому что толком не работает, ребята, эта штука. К сожалению, к великому. Было всего одно место, где я его использовал, где мне эта штука помогла. Это знаете, где было... Когда я святых отцов мочил, и там их было парочка сразу, а там одному убить-то тяжело. Вот. И, в общем, я использовал, чтобы подкрасться к одному поближе и ударить его в спину. Тогда мне эта штука помогла. Сгусток крови чудовища. Вот. Все остальные разы вообще нифига. Не знаю, может быть, порой в PvP что-то там как-то это может помочь. Смотрите, глаза и какие-то пауки... Я не знаю, что это, но все глаза проткнуты. Или что-то из них выросло. Выросло что-то, да? Или нет? Фиг его знает. Странно это все. Это, наверное, какой-то намек от создателя. К сожалению, пока что я не могу в этом разобраться. Потому что я не понимаю вообще, о чем речь. Не, я понимаю, в принципе, суть, да? То есть в Ярнаме что-то проводили, какие-то эксперименты. И все дело в том, что люди узнали то, что знать были не должны. Засунули свой нос туда, куда не следовало. И в итоге это все им аукнулось. Вот таким вот образом. Опа-на! Вот это прикол. Подожди. Назад, 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 назад. Чуть не убили. Еще хочу. Давай еще, смотри. Раз, два. Вот, сука, ты смотри, что творит. Короче, надо быть поаккуратнее. Броню я специально одел, не самую лучшую, потому что мне так и захотелось. Мне захотелось сменить сет. Привет. Здесь я ничего не вижу. Но сейчас внимательно давайте будем все осматривать. Это, блин, я как обычно сейчас пропущу много чего. Концовку... секретную я так и не, вообще не получу уже, потому что я просрал одну пуповину. Я прочитал, вот, никак мне ее не получить. А там, оказывается, в секретной концовке еще два босса. Но вы не переживайте, я вам ее обязательно покажу. Как только я пройду игру еще раз и еще раз, я вам покажу две концовки, которые там еще есть. Всего в игре три штуки. Вот, в общем-то, так что не переживайте, все покажу, расскажу. Я там еще кое-что пропустил, там один квест, скажем так, от охотницы на охотников. Все это будет показано, что да как и почему. Потому что за одно прохождение всего все показать нереально, ребят. Плюс на Твиче буду активно стримить. Так что подписывайтесь туда. Вот, чтобы ничего не пропустить, чтобы всегда быть в курсе. Ну, чтобы быть в курсе, нужно подписаться на Google Plus. А чтобы наблюдать мой прогресс, нужно смотреть трансляции на Твиче. У меня только 33 озарения, мне нужно 40, по идее, чтобы все увидеть. Потому что пробежаться обязательно по старым локациям и посмотреть, что я там пропустил. Что там открывается при 40 озарениях, потому что я этого так и не сделал. Хотя у меня миллион раз писали об этом.
Нет, это не то, это просто надгробие. О, блин. О, как больно. Адская боль. Тихо назад. Ну да, конечно, жирные враги. Да, блядь. Охренеть. Есть. Назад. Все. А что там упало? Грязный самоцвет свежей крови. Нужно будет посмотреть, что он дает, когда придем в мастерскую. Свинцовый эликсир. Ну, так я понимаю, здесь все, да? Я ничего не пропустил? Да, вроде нет. А, не-а. Пошли. Аптечек все меньше и меньше с каждым разом. Блин. Главное, нифига не дают же, понимаете? Негодяи. Редиски. Так. Опа-на. Я тебя вижу. Ворона-убийца, иди сюда. Это ворона-собака. Вот, вот это вообще, конечно, что-то с чем-то. Вот это уже смешно, ребята, серьезно. Ворона-собака. Собака-ворон. Теперь неудивительно, что почему они так кричат. Так, тут ничего нету. Так, собака-ворона, иди сюда. Шарик, буду тебя называть. Или барбос. Барбос лучше. Барбос звучит лучше. Так, еще вижу пару барбосов. Смотрите. Я могу тут допрыгнуть? Ага. Ну, мог просто, как бы, косячу. Криворукость штука такая, ребята. Что ж поделаешь? Это не лечится. Да блин! Что такое-то, а? Здравствуйте. Ой! Бум. Отдыхай. Подожди, а это собака-ворон. Черт, что это за говно? Что, куда я вообще попал? Холодная кровь сородичей и кусок кровавика. Что это такое вообще? Кто? Кто все это делает? Я не понимаю. Есть, получилось. Умеряющий самоцвет святой крови. Надо будет проверить, наверное. Дамаг повысить неплохо от оружия. Может быть и нет. Тут как-то что-то я ничего не наблюдаю. Тут у нас что имеется? Затем какие-то три кнопки, или мне кажется? А так, окей, понял. Туда пока не пойду, окей. Подожди, это что такое? Что написано? Костер ждет впереди. О, поехали. Угу. Это все, да, я понял, где. Ну, неплохо, неплохо. Неплохой такой срез. Поехали наверх. А вот рычаг-то есть, чтобы спустить эту хрень? Ну-ка. Сейчас устройство не работает. Короче, я спускаю, и это устройство не работает. Ну, нам только сюда и остается, ребята. Там ребенок плачет. Ничего тут нету, и здесь ничего нету.
О, злой дух. Блин, там еще куча всяких лифтов. Так лучше, надо было раньше сделать. Опа-на, привет. Ты кто такой? Какая-то марионетка? По всей видимости. Что пишет? Время для безумца. Ага. А это что такое? Ну я понял, что это какой-то мостик. А зачем здесь обходной путь? Получается, этот мостик можно как-то опускать, поднимать. Я правильно понимаю? Огромная какая-то куча клеток, блин. Угу. Ладульки. Есть какие-нибудь рычаги? Да, вроде нету. Мне нравится, как книжки падают. Здесь больше ничего, ребят, двигаем дальше. Это что за хрен? Миколаш, хозяин кошмара. Ага, это босс. Ну ладно. О, привет. Ртутные пули. Ну и сюда иди. Давайте здесь все осмотрим. Интересно, они будут подниматься бесконечно? То есть нужно не дать себя запалить, что ли, я не понимаю, или что, потому что он начинает от меня убегать. Ну вот, сука, это смотри, что творит. Сюда иди! Это первый босс, который я вижу, чтобы он убегал. О, окей, теперь он не убегает больше. Что, теперь побежишь, мразь, а? Бежит, конечно, куда там. Мечтай. Окей. И это все? Не, ну это явно не все. Я только половину снес. Majestic! Hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. The nightmares rose and changed. Да уж, блин, там открылась новая секция. Это локация, ну пошли, наверное, там дальше битва будет продолжаться, правильно понимаю? Так, наверх или вниз? Пузырек крови. Вот он, да? Нет, это не он. Это какой-то лох.
грязный самоцвет свежей крови. Вот сюда. Вот где-то здесь он. Блин, я уже заблудился здесь. Опа-на! Окей, поехали. Тут на пули. Что это такое? Смотрите. Я не знаю, что это. Но дверь нужно каким-то образом открыть. Ух ты, ёп. Там еще был спуск вниз, насколько я помню. Пошли туда, сходим. Назад, блядь! Капец, меня убил не босс, а его помощники. Это вообще офигеть можно. Так, ладно, давайте оденем что-нибудь посерьезнее. Двигали, ребята. Да уж, босс странный. Безумно странный. Это даже не босс, я бы даже не назвал его. По большей части схватка идет именно с его... с помощниками. Сюда иди. Подожди. Иди нафиг. Опа-на. Назад. Черт! Они просто, я не знаю, с пару ударов. Еще раз. А у меня такого рычага, да? Который поднимает это дерьмо. Точнее, опускает. Один рычаг. Я забыл опустить срез. А нет, есть слово. Фух, блин. Я ж перепугался. Думал, опять сейчас нужно будет оббегать 300 километров.
Ну что ж, ребят, будем аккуратней. Босс-то сам по себе легкий. Именно сам босс. А вот его мобы это вообще какой-то ад дикий. Они дамажат сильнее него. Кстати, аптечки все заканчиваются опять. Да ёпарасота. Я не знаю, сколько их нужно покупать, чтобы, блин, это самое, не всегда у тебя были. Они реально улетают, как семечки. Да давай же ты уже, иди куда нужно. Вот скотина. Так, и в задницу. Он не хочет туда идти, и все. Ну-ка сюда иди. Видимо, нужно мобов убивать. Ладно. А вот теперь он пошел туда. А, так они будут возрождаться теперь постоянно. Ух ты, повезло. Так, поехали. Ага, поехали. 10 раз. И сейчас все. Хотел ему больше здоровья снести, а нельзя. Majestic. A hunter is a hunter, even in a dream. Итак, пошли сразу вниз, посмотрим, что там вообще есть. Мне вот что интересно. Ах ты ж, сука. Кусок кровавика. Назад! Ой, блин! Вот, сука, ты посмотри, что творят. Ах, блин. Короче. Ты умри, ты тоже. Все, ребят, прощайте. Ну, конечно, жесть какая-то, ребята. Да, да, успокоительная. Блин, а? Вот, блин. Давай еще. Ах ты ж, сука. Ой, блин, давай. Давай. Но. Так лучше подлечиться, не рисковать. Ах ты ж, сука! А! Ой, блядь! До свидания.
Жесть, конечно, ребята. Враги, конечно, адовые просто. Кто там следующий? Где там был арбалетчик? Отдыхай. Луна. Ух ты. Грязный самоцвет свежий. Давайте почитаем. Ча. Нормально, идет битва с боссом, мы сидим, читаем лор. Приобретает больше отголосков крови. Ух ты, круто. А, ну все, мы читали, да. Только нужно будет поставить, чтобы еще больше отголосков иметь. Не зря спустились. А что надо делать, ребята? Там, получается, ворота закрыты и все. Хорош там реветь, ты придурок. Чё-то я пока что не понимаю. Ой, назад, назад, назад. Короче, по одному нужно на них нападать. По-другому никак. Вот сука. Минус еще один. Что вообще пишут? Руна волшебна, да. Руна волшебна, согласен с тобой. Но сейчас не до рун нам. Налево. Окей. Че пишет? Выпиши куда надо. Лучший выбор яд. А ты, между прочим, прав, чувак. Ты просто пипец как прав. Закроется, да, сейчас? Да, вроде нет. Ну ок. Очень жаль, согласен с тобой. Нифига не могу понять. Ты где там? А вот еще спуск ниже. Че пишет? Ключ волшебно. Какой ключ? Вижу там какой-то ключик. Ключ от железной двери. Дай, отвали. Из трех больших мостов, что соединяют две соборные колыбели, этот ключ открывает железную дверь, которая ведет к среднему мосту. В кошмаре воров нет. Да зачем закрывать дверь? Имейте в виду, должна быть очень и очень веская причина. Но... Холодная кровь сородичей. Я уже все нашел, что только можно. Вот путь к боссу так и не нашел. Да что ж такое, да? Да блин. Ну зеркало же не просто так начало что-то там. Вот видите, смотрите, я подхожу к нему, да? И что-то с ним не так. Ладно, давайте нужно загоним его туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, от них смотрите. То, что я их бью, там вообще по барабану здоровье не восстанавливается. Где этот придурок? Вот он. Вот, смотрите, он перемещается с помощью этих вот зеркал. Давай! Закрыто, вот блин. Чё пишет-то? Время для высокие места.
Ты мне намекаешь подняться и как-то спуститься, я не знаю, или что? Я не понимаю, что-то босс реально странный, ребят. Тут надо подумать. Высокие места. Высокие места. Намек? Нет? Или это просто тупость? И проверять даже не стоит. Да блин, иди нафиг. Вы сами волшебные. О, смотри, там что-то есть. А, все, теперь ясно. Походу, дело нам сюда. Кусок кровавика. Помни, быстрое оружие. Не сдавайся. Ага. Так, давайте сначала здесь осмотримся, ребята, а потом двинем туда. Потому что, ну, там, скорее всего, будет схватка, я могу много чего пропустить. Или не могу. Мост. Я фиг знает вообще. Это потом, видимо, откроется. Это там фонарь. Да, этот путь откроется позже. Ладно, ребят, пожелайте мне удачи. Я надеюсь, у меня все получится. Главное не сдаваться. Ой, блядь. Падай ты, блин. Да, все. Ну надо же. Клетка Мэнсина. Мэнсиса. Как я и предполагал. Сейчас почитаем про клетку. Школа Мэнсиса контролирует духовную деревню. Эта шестиугольная железная клетка намекает на их странности. Клетка — это устройство, позволяющее сдерживать волю и видеть этот скверный мир таким, какой он есть. Это также антенна, которая обеспечивает связь с великими во сне. Но для наблюдателя железная клетка выглядит именно что? Но для наблюдателя железная клетка выглядит именно что? Сука, русские переводчики, я вас ненавижу. Буду сам потом переводить, а перевод я выложу попозже. Потому что это дебилизм. Это забавно. Не смей пялиться на меня, да. Ну, это идиотизм, на самом деле. Но у меня появилась одна идея, такая глупая, может быть, но стоит проверить. Знаете что? Там, короче, есть такое же место. Помните, мы, типа, вот этот вот мы приобрели вот этот вот жест. Типа, жест идиота, блядь. Вот. Может быть, как-то, я не знаю, это в том месте поможет нам? Хотя могу ошибаться, как бы, не утверждаю. Но можно попробовать. Так, вариант. Хотя в то место я возвращаться вообще не хочу. Потому что там эти сумасшедшие святые отцы, которые мне просто постоянно дают по щам.
Но проверить можно. Итак, очередной фонарь. И там еще локация целая, дайте я посмотрю. Ну да. По всей видимости, локация не маленькая. Нам нужно вот туда. Ладно. Погнали, пока вернемся, потратим свою кровь. Привет, Тульке, соскучилась. Так, 29. Угу. 30 сюда, нужно 20 сюда, и в принципе почти все. Надо еще руну поменять не забыть. Ну все, вот это вот. Почти еще нужно 20 оттенков крови, вот этого по 40. И все. И вот этот еще 10. Ну, в принципе, такой уровень был сейчас 10. До хрена еще качаться, на самом деле. Ну, это на стримах уже буду делать. Надо еще будет починиться, не забыли. Подожди, давай сначала починимся, а на все оставшиеся отголоски мы курим. Что-то я капец, у меня башка не соображает, тоже язык заплетается. Надо кофе попить. Починить. Короче, вы поняли, что хочу сказать, о чем рассказывать, блин. Сюда можно поставить, ну-ка. А вот там были самоцветы какие-то крутые. Тоже с... Нет, хуже даже, да? Подожди. Хорошо, сюда. Ничего хорошего. А все остальное покупаем пузырьки. Ну, 13 штук пока хватит, я думаю. Давайте сейчас, смотри, куда нам нужно? Хор, нам нужен хор. Где он находится? Верхний собор, Ный округ. Давайте я сразу одену. Хотя я думаю, что это не сработает. Но может быть. Все может быть, правильно? Может, какую-нибудь секретку откроем. Я похож на идиота, конечно. Блин, вот ненавижу этих тварей, как я их ненавижу. Я сам ни хрена, ребята, не вижу, поэтому можете написать мне в комментариях, что темно. Я постараюсь видео осветлить. Да какого хрена? О, блин. На, слишком рано. Наконец-таки. Соп кровавика. Блин. В жопу иди. И тебя туда же. Урод. Блин. Я сейчас не смогу, мне нужно и буду их убить. Вот, вот, блин. Все?
Ну, будем надеяться, что у меня все получится. Так, ну давайте, поза идиота. И... Может, еще трех друзей нужно, чтобы каждый в круг встал? Как думаете? И вот все вот такой вот позе, что-то произойдет. Вы так не думали об этом никогда? Слушайте, нужно будет попробовать. Действительно, нужно будет попробовать с кем-нибудь скопиться. Нужно три человека будет. Ну, у меня есть уже три человека. Нужно будет сюда прийти, встать. Вот каждый, чтобы встал в круг в такой позе. И может быть, что-нибудь из этого выйдет. А это идея, кстати. Потому что далеко не все секреты еще нашли ребята в Bloodborne. Что с его рукой? Посмотрите на руку. Ладно, погнали. Короче, по всей видимости, так и нужно. По крайней мере, я так думаю. Ладно, здесь тогда все это дерьмо мы снимаем. А, и погнали, еще сходим на место, где мы завалили отца Гаскойна. А, там, по идее, тоже сказали, что-то будет. Надо потихонечку, ребята, завершать все, что я это. В смысле, нужно места зачистить, те, которые я пропустил в свое время. Итак, я на месте. Ой, что ты делаешь? Ничего не вижу, ребята, ничего абсолютно. Наверное, нужно было с той поговорить женщиной сначала, которая... Нахуй, я не показываю, к сожалению, в этом прохождении. Я даже не имею ни малейшего представления, есть ли она там еще или нет ее там. Ну давайте проверим. Место так-то приблизительно я помню. Там в районе канализации. Как раз пройдемся, посмотрим, что изменилось в городе, но нужно еще, конечно, три... озарение не помешало бы, я думаю. Как раз аптечек подкопим. По идее, где-то вот тут недалеко, кстати. Канализация. Потом... А, все, вспомнил. Или не вспомнил. Блин. Где канализация? Поворот. Подожди. Канализация. Это вниз. Потом прямо. Там будет подъем. Блин, что-то я запутался. Или вообще ни хрена не здесь. Или на лифте нужно... Короче, сейчас проверим. Сейчас проверим, не переживайте. Следующая серия, ребята, скорее всего, финальная, поэтому тут я сейчас побегаю немножечко, посмотрю, что как. Попробую найти ту женщину. Если она там все еще есть. Да, вот сюда куда-то. Но если бы было бы 40 озарений, видимо, что-то здесь бы изменилось. Но я сюда еще приду. Только потом уже вне записи, когда накоплю, ребята. И если что-то будет интересное, то я буду включаться и показывать это вам уже в финале. В финальной серии. Так, тихо. Не тормози, игра. Получается, вот сюда. Куда-то, да? Нет, стоп, это срез. О, смотрите! След когтя. Вот оно что, видали? Все-таки появилось. Руна Кэрилла, что расшифровывает нечеловеческие звуки. След когтя — это импульс, ищущий тело.
тепло крови, подобно чудовищу, усиливает смертельные атаки, что является одним из грязных охотничьих приемов. Хотя разница практически неуловима, мастер по рунам Кэрилл описывает чудовище как ужасный нежелательный инстинкт глубоко внутри людей, тогда как след когтя – заманчивое приглашение принять эту природу. Ага. Подожди, а это тот чувак, который здесь сидел? Ага. Ребята, они отсюда выскочили, он мутировал все-таки. А ребенок? А что с ребенком стало? Давайте глянем. Тут недалеко тоже. Нам просто, в принципе, в любом случае туда нужно будет идти. Тут кто-нибудь живой есть? Нет ответа. Да, по ходу дела, кто-то там уже все окочурился. Вон еще один фонарь. Нет ответа. Так, конечно, приятно перед финалом вернуться в начало, в самое. Такое ощущение, как будто это уже было 300 лет уже прошло с начала прохождения. Да, ребята? О, там дверь открылась, ворота открылись, ребята. Да уж, они ложатся на раз-два. Они опять закрыты. Закрыты ворота. Это, видимо, какой-то просто баг был. Да, блин. Там, кстати, тоже пули были. Надо сейчас будет забрать. Так, вороны. Ребенок где-то там должен быть, по идее. Вот здесь. Нет ответа. Облом. Так, ладно, ребят, давайте тогда на сегодня пока хватит, потому что я на самом деле не помню, где находится то самое место с этой вот женщиной-воронихой. Есть ли она там в... Это что такое? Сейчас, погодите. А, путай, это бочка была. Окей. По ходу дела тут все умерли. Короче... Что это там опять такое? Это артефакт какой-то, видимо, да? Так, ладно, потом все это, ребята, еще раз осмотрим. Очень спасибо за внимание. Следующая серия, скорее всего, станет последней. Начну я ее с того места, где находится та женщина. Ворон, не знаю, есть ли она там вообще. Можете мне написать в комментариях. Короче, спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google Plus и Twitter. Там вся информация касательно канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходит трансляции, на дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. А на сегодня все, ребят, давайте. Всем пока.